Суперсовременный трамвай собрали в Твери. Такие в нашей республике еще не ездят. Вагон просторный, в салоне и в кабине водителя кондиционер и климат-контроль. Плюс оборудован дополнительными камерами, то есть как в кабине, так и в самом вагоне. Количество мест, вместимость полная, 196 человек, сидячих мест 38. Все по последнему слову техники. В кабине водителя автоматический пульт управления. Специалисты говорят, не трамвай, а мечта. Данный вагон по своим техническим характеристикам полностью подходит под трамвайные пути города Нижнекамска. Вагон полностью 100% низкопольный. Доля низкого пола этого вагона составляет 100%, я еще раз повторюсь. Он полностью предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью и для мам с колясками. В Нижнекамске новый вагон протестируют, а 27 января состоится его презентация. Трамвай нового поколения покажут специалистам из разных городов. Министру транспорта республики смогут его увидеть и нижнекамцы во время торжественной обкатки. А потом его ждет обратная дорога в Тверь. Но работники горэлектротранспорта Нижнекамска верят, к нам в город современный транспорт еще вернется. И, возможно, навсегда. Александр Комаров, Алина Пантелеева, Максим Липин, новости НТР.